Встреча Андрея Робертовича Иванова с лидерами общественного мнения Одинцовского района – это живой и конструктивный диалог, который нужен для того, чтобы выяснить, какие вопросы наиболее остро стоят в каждом поселении. Представители общественности являются главными проводниками между жителями и руководством администрации в решении возникающих проблем. Дискуссия началась с обращения Андрея Иванова. Вы для меня единая большая команда, единомышленники. У нас с вами объединяет одна большая цель, амбициозная задача – сделать Одинцовский район лидером в московском регионе, а может быть и в Российской Федерации. И, как вы все уже знаете по своей работе, потому что мы вместе с вами делаем, у нас огромное количество проблем и вопросов в районе, которые требуют нашего внимания и требуют решения в самое ближайшее время. Первым на этой масштабной встрече выступал Александр Дудоров, который говорил о положении дел в городе Голицыно. В целом в городе одна большая проблема. Это на самом деле то, что жители города не слышат администрации. То есть работники администрации не слышат жителей. Вот. Это одна из основных проблем. И проблема, я вам скажу, что они не глобальные проблемы. Проблемы, скажем, житейские. Кому-то лампочку сделать, кому-то парковку сделать, где-то установить там. Или перенести ракушки, вот, где-то свести сухое дерево. И это все накладывается на мнение жителей к администрации. Поэтому доверие к администрации – это вот с тем, что я столкнулся в первую очередь. Участники встречи затронули проблему отсутствия в некоторых поселениях организованных площадок по сбору мусора. Представитель от Кубинки и поселения Новоивановское говорил о необходимости развития инфраструктуры. Поселениям нужны в частности социальные аптеки, муниципальные больницы, а также отделения и банкоматы Сбербанка. Этот вопрос Андрей Робертович не оставил без комментария. Что касается Сбербанка, банкоматов, вот таких мобильных офисов, о которых мы говорили в Кубинке, честно говоря, много вопросов зависит от самой местной власти. Ну что сложного поставить банкомат? С любым банком, и не обязательно со Сбербанком. Нужно место, нужна очевидно охрана, чтобы не было вандализма, то есть какое-то удобоваримое место, точка охраны. В сфере здравоохранения на сегодняшний день немало проблем. Одна из них – создание офисов врача общей практики по всему району. Мы идем по такому пути. Формирование этих офисов, потому что там будет доктор, который сразу охватывает 5 профессий. Это педиатрия, и лор, и терапия, и так далее, хирургия, и окулист. Мы идем по такому пути. Подобные встречи помогают Андрею Робертовичу узнать обстановку во всех уголках Одинцовского района. И проводиться они будут как можно чаще. Екатерина Старосветская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».